Друзі, бажаю здоров'я. Ми розпочинаємо наш ефір. Мене звати Владислав Новіков, це 24 канал. Ну і в найближчі дві години ми з вами разом аналізуємо поточну ситуацію. Направду, зараз питання тільки одне. Чи буде ухвалена та допомога, яка передбачена уже давно, всі про це говорять, допомога від Сполучених Штатів. Зараз вирішується це питання. І я пропоную нам одразу розпочати розмову з цього приводу і долучити людину, яка допоможе нам зрозуміти ту ситуацію, яка вже склалася. Це Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби «Голосу Америки». Тетяна, бажаю здоров'я. Вітаю, дякую. Хотілося б, щоб ви нам намалювали картину, що зараз безпосередньо відбувається, який настрій, яка атмосфера, бо всі ми тут, знаєте, один поміж одним намагаємось зрозуміти, навіть от ми, журналісти, питаємо один одного, як ти думаєш, приймуть, не приймуть? Питання, точніше, відповідь на це питання, ніхто толком надати не може. От хотілося б почути вашу думку. Ну, насправді голосування розпочнеться буквально за 40 хвилин, тобто ми вже будемо знати напевно, але ну, виглядає так, що шанси дуже-дуже високі. Щодо того, що зараз відбувається. Якщо говорити загалом, сьогодні, власне, має бути відбутися голосування в Палаті представників. Якщо проголосують за, шанси великі. Законопроект надійде на розгляд Сенату, він буде голосуватися за досить такою спрощеною процедурою. Сенат, хоча він мав знаходитися у відпустці, ну, не відпустці, робота в округах, наступного тижня виглядає так, що вони залишаться. За ті інформації, які ми зараз чули, що ймовірне голосування в Сенаті буде у вівторок, а після чого, як буде проголосоване в Сенаті, надійде на підпис президента. Президент, ми також очікуємо, підпишеться негайно. І допомога буде надаватися, і допомога так само буде надаватися досить швидко. В Пентагоні, в Білому домі говорять, що ну, там вже дуже проведена підготовча робота. Якісь боєприпаси, якась військова допомога, та, яка, напевно, знаходиться в Європі, може надійти на фронт вже протягом тижня. Ну, і це такий досить великий обсяг допомоги, а це видане на бюджетний рік, на 2024 рік, який закінчується 1 жовтня. Тобто це має бути така, знаєте, дуже потужний потік, якщо все пройде добре, якщо все, скажімо так, спрацює. А якщо говорити саме, що зараз відбувається в Палаті представників, так, скажімо так, вужче, значить, ідуть дебати по чотирьох законопроектах. Наразі дебатують вже четвертий законопроект, вже підходять до завершення по Ізраїлю. Україна була третьою частиною цих засідань. А хоча про Україну говорили весь час, точно Україна домінувала розмови і коли, ну, тобто протягом всього цього засідання. Значить, як воно виглядає? Mm-hmm. Спочатку виступають два основні конгресмени, які від республіканців, демократів, які представляють цей законопроект, говорять про його перевагу. Потім йдуть дуже короткі промови різних конгресменів від обох партій, які намагають, вони всі були в підтримку там, крім одного виступу, і він таки був досить поміркований. Після цього були запропоновані поправки. Щодо українського законопроекту, по Україні було запропоновано три поправки. А всі вони були проголосовані проти, досить голосно, тобто люди там uh-huh. кричали, ну ні. І після цього попросили ці конгресменки, яких запропонували, щоб була зроблена переклічка, вони хочуть бачити, скільки людей, тобто за якусь, ну, тобто за інші процедури, тобто це трохи відклали, можливо, воно трохи затримає процес голосування через, ну, ці додаткові три голосування. Що ви хочете детальніше ще? Ризики. Які от об'єктивні ризики є того, що не приймуть якісь такі, знаєте, невідомі ситуації, які можуть просто виникнути, і відповідно вся ця історія зійде знову на нівець? Я вже, чесно кажучи, мені важко про це сказати. Просто зараз тут такі, ну, навряд. Ну, тобто, це дуже-дуже мала ймовірність, насправді. Я не хочу, знаєте, казати напевно, ми все ж таки журналісти, а не провідці. Але, скажімо, те така атмосфера, яка сьогодні лунає, ті промови, які сьогодні виголошуються, ну, це, знаєте, це просто така концентрована, таке, знаєте, ну, тобто говориться про те, чому ми маємо допомагати Україні, чому Америка має допомагати Україні. Просто, ну, всі аргументи, які лунали, напевно, в Вашингтоні протягом останніх, основні аргументи протягом останніх, не знаю, там півроку, ми всі сьогодні почули. І якщо говорити, от, власне, от, може, про мої, можливо, враження від цих промов, по-перше, я дуже багато чула про те, як конгресмени говорили про те, про свої власні враження. Вони говорили про те, як вони приїжджали в Україну, як вони зустрічалися з людьми.
а про ці трагедії, про ті воєнні злочини, які вони дізналися. А напевно, слово зґвалтування воно лунало, напевне, найчастіше, знаєте, от в палаті представників, ніж коли-небудь. Тобто говорили про воєнні злочини. Говорили, а Ненсі Пелосі, колишня спікерка, сказала, що якщо в Україні російська армія гвалтувала матерів на очах їхніх дітей, і якщо ви не підтримуєте цей законопроект, то кров буде на ваших руках. А лунали такі, знаєте, напевно, що основні такі повідомлення, які були, це те, що сила через мир через силу. Ми можемо досягнути миру тільки через силу, і інше, що це не тільки важливий історичний момент для України, а це історично важливий момент для Сполучених Штатів, що він те рішення, яке буде сьогодні ухвалено, воно визначить історію, воно визначить, чи буде Сполучені Штати таким партнером, якого інші будуть довіряти, чи Сполучені Штати встануть на сторону диктаторів. Тобто це так само дуже багато лунало. І я буквально кілька прикладів вам наведу. Було ще такий, знаєте, цікавий момент. Я бачите, я так, як школярка, все це записувала. Був такий, знаєте, важливий момент, коли законодавці, особливо республіканці, вони, я так зрозуміла, зверталися не лише до своїх колег, аби вони підтримали цей законопроект, але вони і пояснювали, вони зверталися до своїх виборців, серед яких багато хто з різних причин могли, скажімо так, не підтримувати Україну, і вони не доводили їм аргументи. І от, наприклад, Кол, республіканець зі штату Флорида, яка такий, знаєте, червоний штат, він їм пояснював, що от, він трохи покритикував адміністрацію Обами, сказав, що вони показали, що умиротворення диктатора не працює. Тобто він вже виходив як представник республіканської партії, але представник такого рейганівського типу республіканської партії. А він їм сказав, що третина допомоги залишається в Сполучених Штатах, ну, мається на увазі, що та зброя, яка надходить зі складів Пентагона, потім вона заміщується, так, і це дає роботу в Сполучених Штатах. А він говорив про те, наскільки от інспекторські ці перевірки, що вони дуже посилені, і тут нема про що говорити. А що економічна допомога частково буде надаватися, чи якимось чином буде надаватися в кредит, і що союзники мають так само нести таку, знаєте, відповідальність теж надавати допомогу Україні. Або інший конгресмен, республіканець з Північної Кароліни, теж такий, знаєте, дуже республіканський штат, він говорив про те, що ми будемо стояти на стороні марксиста, соціаліста, диктатора Путіна, так? Тобто він от в таких тезисів вдавався, навіть говорив про релігію, що ну це ж ми християни, ми маємо допомогти українцям, які страждають. Тобто лунали Хакім Джефріс, напевно, це лідер меншості в палаті представників, яка, знаєте, тут дуже така умовна меншість, їх практично однакова зараз. А він говорив, що не лише ми, скажімо так, нарешті встали і зможемо, скажімо так, зустріти цю можливість. Тобто він похвалив, скажімо так, спікера Джонсона, що він теж зміг от зробити так, щоб ми змогли. Тобто він теж є вдалим спікером, що рухається, що цей законопроект рухається. І ну воно насправді того, що я бачу з журналістів, з оглядачів, що це насправді план, і коли він виник, а люди так казали, що ви знаєте, це виглядає дуже важко, і невже воно зможе все це відбутися, але воно рухається дуже швидко, динамічно, і в принципі перспектива дуже дуже хороша. Пані Тетяно, з вашої відповіді я зрозумів, що там є підвищений рівень у цієї відповідальності. Можливо, він навіть за рахунок тих аргументів, які от ви приводили в тих словах, які там лунали, можливо, саме цей рівень, можна його назвати особистий рівень відповідальності за ту ситуацію, яка от безпосередньо відбувається. І якщо вони не приймуть цей пакет, то буде ось так, як ви от описали. Але зачасту ми також чуємо від тих же республіканців, в тому числі, аргументацію по типу, що от Китай, от ситуація з Китаєм, це буде пряма історія з Китаєм. От хотілося б з цього приводу, от наскільки серйозно аргументація по цьому векторі лунала, і наскільки, от на ваш погляд, вона була дієвою? Дуже хороше запитання. Друге на розгляді було законопроект для допомоги в Тихоокеанському регіоні, і власне говорили про Китай, але дуже багато лунало того, що це допомога Україні, це теж важливо і для того, щоб показати Китаю, що Сполучені Штати можуть захищати своїх партнерів. Говорили дуже багато про вість зла, що всі речі вони між собою пов'язані. І тобто цей аргумент він лунав, і те, що допомога Україні необхідна і потрібна
потрібне для того, щоб захищати своїх партнерів і в інших районах світу. Угу. Ну і таке питання. Додали додаткові гроші на Філіппіни. Ось сьогодні, ага. Додали ще й на Філіппіни. І ще одне у мене у вас є питання, але я точно знаю, що, можливо, у нас саме точної відповіді не буде, але все ж таки певні теж відчуття, можливо, по цій темі є. Ракети «Атакамс» – це те, що може бути включено в цей пакет, а може бути у підсумку і заблоковано тим же президентом Байденом. І ця інформація може бути в тому числі і секретною, тому що це буде якось там завдавати ризик їх національній безпеці. От по вашим відчуттям, зрозуміло, нам потрібна ця допомога, зрозуміло, боєприпаси, все це потрібно, але далекобійні ракети «Атакамс» – це також абсолютно важлива річ. Це, ну, скажімо прямо, можливо, це не буде геймченджером, але зруйнований Кримський міст, ну, це серйозна абсолютна історія. Дивіться, тут дві різні речі. Тобто, є, власне, цей законопроект на 60, близько 60 мільярдів доларів, який надається на різні цілі. І частково вони йде так званий в рамках повноважень президента надається допомога, або там закуповується допомога. Тобто, воно дає повноваження президенту, адміністрації надавати різні пакети допомоги. А як буде формуватися кожен конкретний пакет допомоги, яких може бути 20-30 пакетів допомоги з того uh-huh. власне, на основі цього законопроекту, і різна інша допомога надається, це вже буде вирішуватися пізніше, але я припускаю, що перший пакет допомоги, напевно, вже складений. Ну, з цих заяв, які лунають з Білого дому і з Пентагону. А тепер по «Атакамс». Різниця в цьому законопроекті в Палати представників від сенатського, саме це одна з таких, знаєте, те, що всі помітили, те, що там закликають президента надати, так, або захочуть надати «Атакамс». Але там наступним рядком йдеться про те, що якщо це не становить загрози безпеці Сполучених Штатів, mm-hmm. тобто президент має це сам вирішувати. Але, скажімо так, враховуючи ті дебати, які зараз лунають у Вашингтоні, це, в принципі, є таким, знаєте, кроком на того, щоб все ж таки ці ракети «Атакамс» надати. Пані Тетяна. Але президент і Пентагон будуть вирішувати. Так, це пакет, це не зобов'язує. Цей так. законопроект їх не зобов'язує. Ну, по вашим відчуттям, якщо так зробити, так би мовити, ставку. Все ж таки, «Атакамс» ми побачимо, на ваш погляд? Ну, я не буду таке казати. Бо, я зрозумів. Це не серйозно. Я розумію, ви дивитесь, напевно, на моє прізвище. Думаєте, що... Ні. Ну, я думаю, знаєте, це має місце бути, тому що... В пошуках відповідей українці йдуть абсолютно в різні джерела, і нехай це буде хоча б ті джерела, які безпосередньо стосуються ситуації. Ви знаходитесь там, ви бачите, про що люди говорять, і у вас є певні відчуття. Саме тому я питаю. В будь-якому разі, пані Тетяно. Ну, шанси вищі, ніж були раніше. Це ще те, що я можу сказати. Дякую, дуже дякую вам за відповідь, і дякую, що долучились до нас в ефір. Бажаю гарного дня. Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби «Голосу Америки», долучалась до нас в ефір, говорили відповідно про ту ситуацію, про озброєння, про ракети, про допомогу. Чи буде воно все надане сьогодні, чи буде проголосоване? Ви, друзі, слідкуйте за нашим ефіром, і ви точно дізнаєтесь відповідь на це питання, ви його точно отримаєте, бо ми слідкуємо за цією ситуацією посекундно, тому разом з нами будете точно в курсі того, що відбувається. Ну, а далі давайте поговоримо про військову ситуацію з військовим експертом. Давид Шарп долучається до нас. Давид, привітаю вас. Здравствуйте, Владислав, добрий вечір. Добрий вечір. От ми ще вернемося, звісно ж, к пакету допомоги, який, можливо, буде прийнят, можливо, ні. Ну, хотів би я почати от з такого заявлення. Господин Шольц сказав, що партнери НАТО можуть передати Україні ще 6 зенітних ракетних комплексів «Патріот». По його словам, Германія пришле Україні свій третій комплекс, а ще 6 скоро поступять із інших стран-членів, які він не назвав. Цитую, я сподіваюся, що все будуть завершати процес формування своєго мнення як можна скоріше, тому що час теж має велике значення. Так от, це кількість, по-вашому, наскільки сильно може змінити ситуацію? Это количество, на мой взгляд, скажем так, верхняя граница, я пытаюсь подойти как-то довольно трезво, это верхняя граница реалистичных возможностей, реалистичных, не желаемых, а реалистичных возможностей поставок в относительно ближайшей перспективе со стороны стран НАТО. Я предположу, что в это число, возможно, входит не только «Патриот», а, например, «Сэмпти», условный аналог франко-итальянский, например.
То есть это имеется в виду системы дальнего радиуса. Я думаю, что если мы говорим о 6 системах, одну немцы пообещали, то есть вряд ли 6 имеют отношение к Германии. Я думаю, что такое количество достижимо, если подключатся американцы. То есть в рамках пакета от 2 до 4 батарей дадут американцы, и вот тогда остальным будет проще наскрести и остальные. Это очень внушительное количество. Это, по сути, в 2 раза больше, чем то, что Украина. Ну, плюс-минус, тут можно по-разному считать, и есть разные вариации. ПЭК-3 американский, скажем, больше по баллистике. ПЭК-2 немецкий больше по авиации, но в любом случае это в 2 раза примерно увеличивает нынешний потенциал систем дальнего поражения, которые имеются у украинцев, ну плюс-минус 2 раза. И это очень много по нынешним меркам. Но важно понимать, что, во-первых, многое упирается в количество боеприпасов к ракетам, потому что целей-то очень немало, однако ракеты, они дорогие, они не безграничные. Например, стрелять ими по Шахедам 136 – это крайне непродуктивно, хотя может быть и эффективно. Надо также понимать, что могут быть потери, то есть это тоже учитывается, и были уже потери среди систем Патриот. И, конечно же, очень важно, кроме защиты тыла, очень важно защищать, собственно, линию фронта от ударов тактической авиации с дистанции нескольких десятков километров. Это то, что украинцы пытались и успешно делать в последнее время, а с другой стороны, то, что приводило к рискам. В общем, к чему я веду, что это очень важно, это серьезнейший шаг в усилении украинского ПВО, даже вопросов нет. Однако сказать, что это прямо панацея, это надо всегда помнить, это тоже не является панацеей. И ПВО Украины, и вообще подход к защите неба Украины, как над линией фронта, так и в глубине территории, не упирается только в системы Патриот, это и огневые мобильные группы. Это системы разных радиусов действия, в том числе и старые, в том числе и короткого радиуса. И все они очень необходимы. И очень необходима масса боеприпасов для ПВО, в том числе, прям так и скажем, старья. Потому что угроз, я имею в виду, это и шахиды, и это и крылатые ракеты, и просто разведывательные беспилотники, которые приносят огромный ущерб в районе линии фронта. Угроз масса. И нужна масса боеприпасов, в том числе для более дешевых и таких менее сексуальных систем. И сами дешевые системы, дешевые старые системы, будь то Хоки или что-то другое. Но если Украина получит, скажем так, даже не 6, а 4-5, не, скажем, 7 с учетом немецкого обещания, 7, то есть не 7, а 4-5 батарей Патриот до конца года, это будет, во-первых, очень хороший результат, а во-вторых, это будет очень серьезный шаг во всем, что касается противостояния воздушным угрозам. Может ли это быть таким предвестником того, что готовится все-таки передача самолетов F-16, и, соответственно, нам не только, получается, нужно защищать наши военные объекты с помощью патриотов, нам нужно еще уже, как показывает практика, и нужно было, и нужно сейчас защищать и наши инфраструктурные объекты, а когда к нам прилетят F-16, это станет следующей целью номер один, которая, скорее всего, россияне будут хотеть для своей такой пропаганды уничтожить. Соответственно, чтобы защитить еще эти аэродромы, нужно добавить еще вот этих патриотов. В том числе, например, я могу привести пример, израильский пример, когда на случай сценариев больших и не очень больших войн есть всегда приоритетные цели, которые будут защищать с большей вероятностью и с меньшей. Когда очень большая война, то приоритетными целями становятся, я имею в виду для защиты, становятся отнюдь не города, а военные объекты и ключевые инфраструктурные объекты. А среди военных объектов самые приоритетные для защиты – это военные аэродромы, потому что функционирование авиации – это то, что позволит тебе победить и наносить противнику ущерб. Я нисколько не сомневаюсь, что защита новых истребителей, которые прибудут в Украину уже, видимо, в довольно ближайшем перспективе, будет придано очень много значения, в том числе не исключаю, что это означает дополнительные зенитно-ракетные комплексы в районе их мест их дислокации. И понятно, что для России они будут приоритетными целями даже не только исходя из соображений пропаганды, а исходя из соображений, что от них можно ожидать серьезных проблем и серьезных плюсов для Украины.
То есть здесь все вместе, да, безусловно, это стоит учитывать. Важнейшие военные объекты – это важнейший объект для защиты самыми серьезными системами ПВО страны. Это что называется азбук. Если эту конструкцию, которую мы с вами уже построили в ходе диалога, вероятность которой очень велика, ну, поскольку мы понимаем историю с самолетами, мы услышали заявление господина Шольца, если эту конструкцию рассматривать с точки зрения безопасности и все-таки отбития российских атак, я так понимаю, что если все-таки так мы рассматриваем ситуацию, то вероятность отбития атак, она возрастает в разы с учетом дополнительных комплексов «Патриот» и с учетом самолетов F-16, пусть даже их приедет там, и прилетит 6 или 12 штук. Безусловно, возможности возрастают, и очень серьезно. Но важно тоже, тут важно понимать, что, во-первых, Украина большая страна, и все равно остается много весьма уязвимых и очень уязвимых мест и объектов, несмотря на вот этот вот огромный плюс, который дадут эти системы. И важно понимать тоже, что противник не сидит на месте, они тоже пытаются совершенствовать тактику, используют боеприпасы, которые, скажем, более трудны для перехвата, концентрацию усилий на каком-то одной точке. То есть это очень серьезное, это такое очень серьезное и неординарное противостояние, когда, например, если ставится целью уничтожить какой-то один объект, то на нем можно сконцентрировать удар такого количества ракет, которая, ну, почти гарантированно или гарантированно пробьет системы ПВО. Да, это позволит... Это приведет к огромной трате боеприпасов. Я сейчас специально как бы ставлю себя на сторону условного российского командования. Так вот, трате боеприпасов приведет. Другие объекты будут в большей безопасности, но конкретно этот объект может оказаться, что его не удастся спасти. В общем, это очень серьезное и многогранное противостояние, но никаких сомнений нет, что истребители F-16 дадут очень серьезную дополнительную возможность ПВО внутри Украины, я имею в виду в глубине территории Украины, охота за беспилотниками «Шахет» и за крылатыми ракетами – это то, что F-16 хорошо умеют. И недавний пример отражения атаки на Израиль это показал, когда истребители, впрочем, не такого типа, но других типов, более новые, менее новые, но по сути уничтожили все до одного. «Шахеды» на дальнем подходе, большой залп очень был, уничтожили американские, израильские, иорданские истребители, чуть-чуть французские, это уничтожили все, буквально в смысле. Это абсолютно не значит, что так будет всегда, и что так будет всегда и в Украине, но это показательно в плане возможностей, которые дадут истребители. Даже сбитых 5-10 беспилотников — это спасенные жизни, это спасенные объекты. Так что это очень важно, и чем больше будет самолетов у украинцев, сначала их будет очень мало, потом будет чуть больше, чем опытнее станут украинские летчики в их использовании против такого рода цели, тем выше будут результаты. И тут несомненно, что результаты будут. Я хотел бы продолжить говорить на эту тему и усилить нашу конструкцию следующей новостью, что все-таки принятие пакета помощи от Соединенных Штатов, оно предполагает и передачу ракет «Атакамс». И я так понимаю, что это все-таки не ракета «Атакамс» с кассетным снарядом, это ракета «Атакамс» с фугасной частью боеприпаса, которая долетает до Крымского моста и может, соответственно, его уничтожить. Если мы вписываем в нашу конструкцию получение еще и ракет «Атакамс» и смотрим на ситуацию с точки зрения атаки, то как эта ситуация меняется для нас? Ракеты «Атакамс» — это важный очень инструмент, который позволит украинцам поражать важные цели. Мы сейчас говорим о ракете с унитарной боеголовкой дальностью 300 километров. И, вероятно, если президент Байден наконец решится, то, собственно, кассетные уже поставлены, и речь идет о вот тех, что я сейчас сказал. Значит, их, в общем, не может быть поставлено очень много. Рассчитывать на то, что таких ракет будут многие-многие сотни, на мой взгляд, нельзя. То есть речь идет, возможно, о разбросанных поставках, ну, в считанные десятки в месяц. Может быть, несколько десятков в месяц, может быть, даже много десятков. Это самый оптимистичный вариант. И то это ненадолго. Потому что таких ракет самих по себе мало. И американцы об этом часто любят говорить, что, мол, для других угроз нам нужно сохранить определенный
потенциал этих ракет. Так вот, тут они дадут украинцам возможность поражать любую цель на оккупированной континентальной части территории Украины. То есть это вообще без вопросов. Луганская, Донецкая область, естественно, Запорожская, Херсонская. И они дадут покрытие Крыма очень хорошее. И что очень важно, эти ракеты не привязаны к воздушным носителям, как Storm Shadow и Scalp. Они привязаны к Хаймарсам. Хаймарсы маневрируют в районе линии фронта по всей его протяженности. И вот эта привязка дает вариативность. Она дает возможность, кстати, и боеголовки их несколько отличаются от скальпов, то есть они тоже дают возможность поражать, скажем так, более эффективно некоторые типы целей. Больше дальнего оружия, больше возможностей уничтожать важные цели, которых, кстати говоря, россияне тоже учатся, и их становится не так уж много, я подчеркиваю, именно важные, такие вот, как штабы частей соединений. Ну вот недавно вроде бы в Луганске был уничтожен штаб бригады и погиб комбриг. Вот это пример такой важной цели. Например, склады с боеприпасами крупные. Вот это вопрос, оставят ли они склады с боеприпасами крупные под ударом в зоне поражения этих целей. Если бы можно было использовать Атакамс и Скальп, и Storm Shadow по территории России, собственно, тогда бы у Украины было множество интересных возможностей. А вот по оккупированной территории это сложнее. Но в Крыму возможностей точно много. Поэтому украинцы получают количество боеприпасов, получают вариативность без привязки к воздушным носителям, погоде, к тому, чтобы россияне видели, как они взлетают, к тому, чтобы россияне могли парализовать аэродром на какое-то время, где они находятся, а вроде бы все знают, в каком аэродроме идет речь. В общем, это немало, но тут тоже важно понимать, что это само по себе это не волшебная палочка. Ракеты Атакамс, о них много говорили, но это лишь дополнительный инструмент. Очень важно, чтобы в рамках пакета американцы передавали все то нужное, гораздо, может быть, менее, опять-таки я вернусь к этому термину, сексуальное, чем ракеты дальнего радиуса, а пусть то будет оборудование для разминирования, снаряды, артиллерийские стволы, экипировка базисная, ракеты «Джавелин» и так далее, и так далее. Все вместе и в придачу F-16, и Атакамс, и другие интересные вещи, все вместе и создают вот тот потенциал военной Украины, который... которого должно быть необходимо и достаточно для пресечения продвижения противника и для собственных успехов. Атакамс в любом случае важен, и кроме всего прочего, если это случится, это будет таким чуть ли не последним психологическим барьером касательно базисных систем вооружения, которые себе поставили американцы. Это тоже очень важно, потому что убирается барьер, значит, можно нечто эквивалентное поставлять. Возможно, и немцы даже на что-то решатся, когда американцы сделают этот шаг. Я имею в виду Таурусы, да. Хотя тут мне сложно прогнозировать. В общем, это важно. Но важно то, что пакет прошел, и вот там есть в массе вещи гораздо более важные, чем Атакамс, потому что это основа основ и фундамент всего. Давид, большое спасибо, что отвечали на мои вопросы. Время нашего с вами диалога уже вышло, но в любом случае было очень информативно. Спасибо вам. Спасибо, всего наилучшего и побольше хороших новостей уже в ближайшее время. Так точно, да, ждем. Давид Шарп, військовий глядач із Ізраїлю, долучався до нас. Ну і давайте будемо в такому ж динамічному темпі і далі спілкуватися. Юрій Рашкін, політичний діяч із США, депутат від округу Рокштадт Вісконсин. Юрій, вітаю вас. Вітаю вас, спасибо за приглашення і слава Україні. Героям слава. Дякую, що зголосились долучитися до нас. І ми думаємо... І гадаємо, чи все ж таки приймуть цю допомогу, як то кажуть зараз наші колеги, і безпосередньо які перебувають на місці подій. Вони кажуть, що атмосфера, скажімо так, зі знаком плюс, вона позитивна, і передумови для того, щоб все ж таки пакет був цієї допомоги прийнятий, він є. На ваш погляд, чи все ж таки ви поділяєте ці думки? Да, я разделяю эти думки и думаю о том, что когда мои дети рождались, что вот было такое ощущение, что вот сейчас в этот день должно произойти, и я вроде бы в этом участвовал, но я этого не контролирую. И что происходит? Происходит рождение этого законопроекта, и это
интересно еще на многих-многих уровнях. Например, это сплочает наших политиков, потому что для того, чтобы этот законопроект прошел, нужно республиканцам и демократам работать вместе, иначе не получится. И это как в голливудском фильме, когда нужно всем друг за друга держаться, чтобы пройти вот эту... И даже Майк Джонсон решил, что он в конце концов не хочет быть ответственным за то, что может произойти, если помощи Украине не будет. И он поставил свое будущее здесь на кону. И очень интересно наблюдать, потому что человек, который, казалось бы, ну просто под ногтем от Дональда Трампа, сейчас ведет себя таким отчаянным, в общем-то, образом, но он понимает, что он может закончить свою карьеру спикера и так, но, по крайней мере, хотелось бы это сделать без стыда, который был бы с ним связан, если бы он этот законопроект не поставил на голосование. И мне кажется, что тут играет невероятно важную роль на этой неделе. Мы увидели, что и законопроект вышел на голосование наконец-то после там скольких месяцев и месяцев и месяцев задержки. И суд над Дональдом Трампом, уголовный суд первый начался, наконец, после всех задержек, которые могли устроить. Да, сейчас еще не начались слушания, пока что только отбирали присяжных, но Трамп уже сидел целый день в зале суда. И это означает, что он не мог кричать на всех этих политиков, он не мог на них давить. И им кто-то снял колено с горла на секунду. Мне кажется, это сыграло свою роль. Угу. И они поняли, что им нужно это сделать. Так что посмотрим. Я очень оптимистично тут настроен. И вопрос времени, конечно, есть бомбометатели, которые пытаются всегда. Мы знаем, Марджери Тейлор Грин будет делать все, что может. Но пока так выглядит, как будто их варианты закончились. Путинское крыло проигрывает. Ви зазначили, сказали таку фразу, що людина Трампа веде себе абсолютно, ну, м'яко кажучи, не як людина Трампа, а веде себе інакше. І зараз прихід потенційний Трампа до влади, він поки що зі знаком питанням для всіх. Ніхто достеменно не розуміє, що це буде, яка це буде політика, та, яка була зовнішньополітично, вибудовувалась. Чи це все ж таки не буде так, і всі бояться, що допомога Україні перестане йти. От я до чого веду? Що може бути такий сценарій, що от коли сам Трамп прийде, він також себе буде вести абсолютно не так, як декларував. Посмотрите, последний раз, когда Америка выделила помощь Украине, это было, когда демократы контролировали палату представителей 484 дня назад. И тогда вот это был последний раз. Демократы помогают Украине, республиканцы в принципе не заинтересованы особенно в этом делать. А то, что Дональд Трамп собирается селить Украину, он собирается задушить помощь, прекратить помощь Украине. Мы знаем это от многих источников, включая Виктора Орбана. Поэтому никаких иллюзий по поводу того, что Дональд Трамп означает для Украины, быть не должно. Это не означает, что тут что-то Украина может особенно сделать по этому поводу. Украине просто нужно победить в этой войне. А мы разберемся с Дональдом Трампом. Но Дональд Трамп — это ничего хорошего для Украины никогда не будет. По ряду причин. Поэтому просто давайте вот это нужно уж точно, мне кажется, остановить. И даже когда появляются люди, которые заявляют, он говорит просто разные вещи, он все равно ничего не сможет. Знаете, он очень много чего смог, пока он был президентом 4 года, и он говорил ужасные вещи, а сейчас он говорит еще более ужасные вещи. И ну, это человек, который доказывает, что ему нужно верить. Поэтому на Дональда Трампа здесь, как на надежду Украины, в любом варианте нельзя абсолютно полагаться. Это самоубийство. Чи означає це, що і Тайвань в цьому числі також нічого хорошого для нього не буде? Я думаю, що Тайвань – це окремий розмов, тому що це вже тут входить діло в Китай. І як це поділити Тайвань, Дональд Трамп як президент – об этом я еще, честно говоря, не задумывался, потому что это отдельная тема. Но сейчас Тайвань очень хочет помощь, и это важно, и это посыл Китаю, потому что, опять же, мы можем противостоять Китаю разными способами. Самый лучший способ для нас, самый дешевый способ для Соединенных Штатов противостоять Китаю – это помочь Украине. Потому что если Украина может победить Россию, то тогда Китай задумается еще раз, еще много раз, перед тем, как сделать что-то по поводу Тайваня. А если Китай видит, что Соединенные Штаты не могут помочь Украине, что не могут помочь союзникам, тогда, естественно, Китай смелеет и наглеет по поводу Тайваня.
Угу. Просто интересно смотреть все законопроекты, которые сейчас, сегодня проголосуются в Палате представителей. Украина, видимо, будет последним трюком, потому что это вот самое разделяющее. Мага-трамписты абсолютно ненавидят Украину и не могут за нее себя проголосовать, заставить себя проголосовать. Поэтому это оставили в конец, поэтому разделили все эти законопроекты. Это заставляет всех этих конгрессменов поставить свою подпись под каждой из этих идей. Вместо того, чтобы сказать «я все это поддерживаю», они должны сказать «я поддерживаю Израиль отдельно», «я поддерживаю Украину отдельно». И мы увидим тут слегка разные цифры. Это интересно будет потом посмотреть, кто за кого проголосовал. Но вот сейчас голосуют за законопроект по поводу границы, который предложили республиканцы. Он провалится. У них был шанс в Сенате, но они отказались от этой сделки, а сейчас это будет провал. Угу. Як повідомляють телеграм-канали, посилаючись на видання Wall Street Journal, пишуть наступне. Провести голосування щодо України сьогодні Джонсона переконали розвіддані про перебіг саме військових дій, які йому показали. На ваш погляд, чи це аргументація вірна, чи може би так бути? Да, ви знаєте, мені кажется, що в смысле Джонсона мы видим очень интересный момент человека, который к этой задаче никаким образом не подготовлен, но при этом не является еще закоренелым, видимо, злодеем. И у него осталось, видимо, понимание. Но я еще хочу сказать, мне кажется, что он понимает, что Трамп его бросил, что Трамп его не спасет, и что надеяться на то, что что бы ни произошло с Украиной, Трамп меня спасет, это, видимо, не то, что сейчас важно для Джонсона, и разведданные действительно, видимо, очень настораживают, и уже говорят о том, что Сенат останется в Вашингтоне, они проработают эту часть законопроекта и не покинут Вашингтон так, для того, чтобы Украина уже в этот уикенд, то есть к концу там воскресенья, я не знаю, как это, доставки работают, кто знает, может быть, самолеты уже летят. Но это будет происходить моментально, нет никакого желания задерживать с точки зрения всех тех, кто хотят помочь Украине, а это подавляющее количество политиков сейчас в Вашингтоне. Угу. На ваш погляд, чи буде Байден блокувати можливість нам отримати ракети «Атакамс»? Я думаю, что это решение администрации по поводу того, где находятся красные линии. Сейчас то, что потребовало в этом законопроекте, будет прописано, то, что Украине должны дать «Атакамсу» на 300 километров. Это прекрасно, замечательно. Надо, правда, учесть, что там же написано, что если администрация не согласна с этим, ну тогда объясните, почему вы не согласны, если вы считаете, что это навредит национальной безопасности. То есть дает возможность тому же надсоветнику национальной безопасности, как бы его ни называли, сказать, знаете, это опасно, потому что это их задача, risk manager, они, значит, по безопасности здесь, советник по национальной безопасности. Но это еще заставляет всех этих законодателей проголосовать и показать, что да, они поддерживают эту идею. Потому что мы видим политику Байдена, он хочет, чтобы был консенсус. И когда, хорошо, теперь это прописано в законопроекте, что они требуют, чтобы он дал Украине эти «Атакамсы» на 300 километров, ну тогда, я думаю, у президента просто не останется выбора, как выполнить задачу всех тех и республиканцев, и демократов, которые будут от него этого требовать. И это так, как Байден, к счастью или к сожалению, проводит свою политику. Пане Юрію, дякую, що долучились до нас. Спасибі, що відповідали на запитання. Гарного вам дня. Чекаємо хороших новин. Завжди раз, хорошими новостями. Дякую, дякую. Юрій Рашкін, політичний діяч із Сполучених Штатів Америки, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин, долучався до ефіру. Ну і, друзі, от ви бачите, наскільки насичена у нас ця година була. Було три спікери, з якими ми говорили по абсолютно різним векторам. Змогли з вами дізнатися, умовно кажучи, навіть від першого джерела, від людини, яка перебуває безпосередньо в Сполучених Штатах і аналізує, бачить цю ситуацію. Потім вже поговорили саме про військову складову, як швидко, що може прийти і наскільки сильно може змінити поточну ситуацію. Ну і от завершили також аналітикою з питання вже того, що безпосередньо очікувати нам з вами. Тож, друзі, ми поки що робимо невелику паузу. Я нагадую, що ситуація ще триває, вона динамічна, тож не перемикайтесь і далі зможемо разом з вами аналізувати і дуже швидко говорити про всі поточні зміни ось саме цієї ключової допомоги, на яку ми з вами так же довго очікуємо. Тож, друзі, о 20:20 чекаю на вас.